сегодня поклониться гробу нашего дорогого отца Николая. Это зов нашей души, это зов нашего сердца любимому и дорогому сыну. Наше сердце отозвалось на его любовь, которой он любил свою пасту и весь русский народ. Пастырь добрый собрал у своего одра сон духовенства, монашествующих и мирян, приехавших отдать последнее целование духовному отцу. Церковь земная прощалась со всероссийским пастырем, провожая его в церковь небесную. Благословенные руки батюшки Николая, возлежащего во гробе, часто источали благоухание, и многие ощущали его. Во время Херувимской Господь прославил дивным образом своего избранника трижды с правой руки старца. Снизу вверх истекло миро. Один из духоносных отцов наших дней сказал о батюшке Николае проникновенные слова. «В наши последние времена старец Николай светильник, подобный Серафиму Саровскому». Духовная высота старца была настолько очевидна, что еще 40-летнему батюшке писали из Рижского монастыря: «Мы в обители привыкли считать вас своим батюшкой, как некогда дивеевские сестры считали угодника Божия Серафима Саровского». Архиепископ Алексий Дегтярев, владыка Виленский и Литовский, при переходе отца Николая на служение в Псковскую епархию, так писал о нем в 1958 году. «Это, без сомнения, незаурядный священник, в личной своей жизни безукоризненного поведения. Это пастырь, подвижник и молитвенник. Приходу отдавал всю свою душу, все свои силы, свои знания, все сердце, и за это всегда был любим не только своими прихожанами, но и всеми, кто лишь только ближе соприкасался с этим добрым пастырем». Благословляли фотографии, четки, Евангелия, служебники, молитвословы и петрохили. Так обычно прикладываются ко святым мощам. От лица всей церкви благодарил батюшку в 1971 году владыка Иоанн Разумов, митрополит Псковский. «Спаси вас, Господи, за вашу любовь к нашей Родине, Отечеству нашему, за вашу преданность и верность Русской Православной Церкви, которую вы не словами, а добрыми делами подтверждаете, за ваши понесенные труды и вашу неустанную заботу об изыскании денежных средств, принесенных на алтарь Родины от лица Русской Православной Церкви, от всего нашего доброго народа, выражаю вам нашу архипастырскую благодарность». «И тебе славу воссылаем со безначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Научи на оправдание твои, как за Божия проповедовше и за плане пришения для благодати. Господи, неси
русского старчества. Так назвал незабвенного, духоносного подвижника батюшку Николая святейший патриарх московский и всея Руси Алексий II. Из архиерейского отзыва о батюшке Николае. Протоиерей Николай служит на острове как отшельник, а православные христиане, священники, настоятели монастырей, студенты духовных школ, начинающие послушники и подьяконы со всей страны едут за советом и благословением к отцу Николаю. Действительно, это праведный и прозорливый старец. Он во многом помогает сдерживать порывы некоторых метущихся молодых клириков. Такие подвижники церкви, как отец Николай и архимандрит Иоанн Крестьянкин, удерживают церковь от раскола. Господь за ангельскую жизнь щедро ниспослал старцу множество духовных даров, дар молитвы, рассуждения, прозрения, исцеления, дар любви. Совершенная любовь приобретается великими подвигами, но плоды ее велики. Стекалось множество больных из разных мест. Осеняя страждущих крестным знамением, помазывая их иерусалимским маслицем, он исцелял кровоточивых, восстанавливал силы расслабленных, исцелял больных раком. Были случаи исцеления слепоты и немоты. Многие люди, бывшие уже на смертном одре, возвращались к жизни по молитве старца Николая. Батюшка понимал голоса животных и также исцелял их, когда они страдали. Особую власть имел старец над злыми духами. Он получил дар от Бога изгонять бесов из людей. Чудодейственную силу приобретали даже те вещи, которые были в обращении у старца. Его душа, излучавшая свет и тепло, имела животворящую любовь ко всем людям, независимо от их вероисповедания, положения в обществе или образования, ибо в каждом старец зрел образ Божий. «Свет всей моей жизни Христос, — говорил старец, — им все заполняется вокруг меня и во мне». Yeah.
руки несущие мя показа. Найди земля сей, яко не сей лежу. Воистину соние, воистину привидение есть мой человек. Истина, которая принесена нам Христом, как он сказал, ас есть истинный путь и жизнь, свидетельствуется самой жизнью. Вы знаете, последние слова, последние наставления умирающего человека именуются заветом, который он оставляет своим потомкам и своим ученикам. Помните, все мы знаем, Господь в своей прощальной беседе на Тайной вечере сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И далее сказал: «Да будут все едины, як уже мы, Отче, в своей первосвященнической молитве, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе, да и будут все едины». Эту истину православный народ воспринял. Вы знаете.